Всем привет, народ! С вами снова Бон. И ко мне наконец-то доехала моя электронная нагрузка фирмы Мейноа. Модель ее 9712. Вот я ее ждал, наверное, где-то полтора месяца. Вот. Не знаю, галочка еще отмечена M181 Power Cord. Вот, посмотрим, что это такое. Так, ну в общем, что хочу сказать. Сначала коробка достаточно сильно помята. С разных сторон помята вот здесь в углах. Вот, это мне очень не нравится. Еще вот здесь вот есть такой большой дефект. Тут как бы, в общем, дырка получается, что, ну, коробок ударили. Вот. Ну и также со всех сторон все очень сильно попомято. Вот, но, к сожалению, ничего с этим не сделать. Сейчас будем открывать. Я так предполагаю, что там слой поролона и еще один слой поролона. А вот фигушки. Не слой поролона, а слой поролона. Печалька. Но буду надеяться, что все с ней хорошо. Так, сверху у нас вот такой чудесный пакет с измерениями, ну и документация. Вот, кабель почему-то не под евро вилку, ну ладно, не имеет значения. Так, с боков вроде все путем. Так, вот она, сама наша нагрузка. Так, она вот в таком пакете. Почему застежку не закрыли, не ясно, но, ребят, тяжелая, конечно, она вообще, офигеть, не встать. Так, ну, так вроде все нормально, крутится, вертится, вроде ничего не отломано. Так, на задней стороне выставлено 220 вольт уже сразу. Вот, ну, давайте сейчас подключим кабель питания. Так, подключаем. Так, никакого взрыва не было. Это не может не радовать. И включаем System Self-Test. Так, ну и включилась она очень быстро. Так. И что у нас происходит? Почему 0,07 вольта показывает? Немножко неясно. Так, ну. Как-то вот так. Куда жмакать, тоже не знаю. Вот, в общем, сейчас будем разбираться, как это чудо техники работает.